Друзья, я в Дмитровском музее-заповеднике, Дмитровский Кремль, в выставочном зале. Смотрите, у нас какой открылся здесь магазин сувениры, киоск сувениров и подарков в музее называется. Очень красивые, фарфоровые такие персонажи сказочные. Я, честно говоря, получил визуальное удовольствие, как художник. Вообще очень красиво все. Ребята, смотрите. Это ручная работа. Да-да-да, безусловно, это ручная работа, да. А вот это как бы тоже местные художники или кто? Это вербилки. А, вербилки делают. А это местные мастера. Вот это все местные мастера. Брошь, керамика, ничего себе, какая брошь. Ну и, конечно, лягушки традиционные дмитровские. Ребята, вообще сувениров становится больше по сравнению с прошлыми годами, с каждым годом увеличивается ассортимент, потому что домики еще какие-то, ничего себе. Блин, что только не придумают наши художники. Честно говоря, я уже отстаю в этом плане. Да, молодцы, молодцы. На самом деле, тут без всяких... Так. Без всяких лишних слов. Котики. Кому котята по 350 рублей? Не, котики на самом деле классные, ребята. Вообще, коты такие. Что у нас тут еще? Понятно, всякие магниты. Даже есть щелкунчик в подарочной коробке. Колет орехи. О, ребят, 6000 рублей. Он еще и колет орехи. Кстати, красивый. А все из натурального дерева, весь щелкунчик. Почти живой. Так что, кто случайно тут оказался в Дмитрове, еще не забежал в музей, давайте быстренько забегаем и покупаем себе сувениры на память о таком городе Дмитрий. Слушайте, возникла идея, к вам этот Остап Бендер скоро придет, и что-то у вас тут начнет это приобретать.